На территории одной из городских школ Усть-Каменогорска прохожие нашли повешенным молодого парня. На вызов прибыли наряд полиции и скорая помощь. В ДВД комментировать этот инцидент отказались. В пресс-службе сообщили, что факт самоубийства установлен, но уголовное дело возбуждать не будут. О том, что же подтолкнуло 23-летнего парня свести счеты с жизнью, остается неизвестным. Молодой человек не оставил никакой записки. Не знаю, говорят, просто в школе слухи идут, говорят, что вот мужик повесился, не знает никто.